Миша, ты просил, значит, тебе показать людей, которые воюют за Украину. Блядь. Негров у нас нет, блядь. Американцев тоже, к сожалению, нет, блядь. Я и Украина. Это все простые граждане Украины, которые, значит, вышли на защиту своей родины. Кто в возрасте, кто молодой, блядь. Но вышли все, блядь. Ты хотел хоть чуть-чуть видео посмотреть? Вот смотри, блядь. Ваши, блядь, так сказать, извините за мой французский, блядь, так называемые, как вы называете, наши братьями себя, блядь. Кроют нас минами, снарядами, всем чем угодно. Свой звук слышал, блядь. Вот на таком транспорте мы ездим. Транспорт нам передают люди бесплатно, через фонды отдают, блядь. Ты просто хотел видео. Вот тебе, пожалуйста. Да, они с вами. Это мы специально делаем, блядь, взрываем, блядь, этими. Делаем взрывы, делаем озвучку, блядь. А по профессиям, блядь. Ты кем работал? Водитель-тракторист. Ты кем работал? Декоративная отделка. Строитель! Строителя покажите. О, вот строитель, блядь. Ваня, привет! Ты кем работал, Алекс? Менеджер продаж. Ты кем работал, Вань? Строитель. Камилич, ты кто? А? А, инкассатор. Видишь, какую репу отожрал, блядь. А, ты тоже инкассатор, а ты? Сборщик корпусной мебели. Сборщик корпусной мебели, блядь. Среди нас профессиональный военный один, блядь, только. Я не военный, я мент. Он Николаевич, блядь. На старости лет, блядь, воюет как... А он тоже не военный. А это привет для российских ваших друзей, блядь. Да. Накажем всех, блядь. Так что, хотел ты, блядь, видео, на тебе видео, блядь. Чтобы вы не думали, что тут ёпперешете какие... Невъебенные вояки. Да, мы невъебенные вояки по своему моральному духу, блядь. Все, Мишенька? Тем. Да, Тем. Тем, Миша, Тем. Ой, а ты кто здесь, куда пикает? Да, фосфором херячит. Приятного мало. Витя погнал в Георгиевку градами. Фосфором. Ёбаный рот. Нет, так это мы видели, что там, а там я хуже. Расскажи пару слов последних. Подается по моей руке. Это все сказано. О, летит. Катушка, да? О, это что? Ебать близко вообще нахуй. Ебать, весь такие серьезные, блядь. Вертушка.